День российской науки отметили в старейшем предприятии «Химок» НПО имени Лавочкина. На торжество пригласили представителей администрации города и депутатов. Дмитрий Волошин вручил знаки отличия головы за заслуги перед городским округом Химки руководству предприятия. МПО «Лавочкина» – это одно из наших флагманских предприятий «Химок». Предприятие известно далеко за пределами не только «Химок», но и Российской Федерации. Это наша гордость. Для нас это большой праздник сегодня, День науки. И вот мы сегодня вместе с коллективом поздравляли наших химчан и наших сотрудников с этим прекрасным праздником. К поздравлениям присоединилась Ирина Роднина. Народная избранница вручила благодарственное письмо Государственной Думы генеральному директору предприятия Владимиру Калмыкову за вклад в развитие науки и наращивание технологического потенциала страны. Чтобы никогда ваши программы не закрывались. Ваши программы приносили также результаты не только вам, но и всей стране. Себя, больших успехов, мы вами гордимся. Председатель Совета депутатов Александр Дринов, который сам отдал предприятию полжизни, вручил инженерам-конструкторам благодарственные письма за успехи в осуществлении проектных разработок в области ракетно-космической техники. Я имел счастье и честь работать здесь больше, чем 30 лет. Желаю вам ставить перед собой великие научные и производственные цели и, конечно, их реализовать. С праздником, дорогие друзья! За высокий уровень проведения научных исследований заводчан поблагодарили члены торгово-промышленной палаты. Основным потенциалом этого предприятия, естественно, являются люди. Эти люди счастливы, они добиваются своих результатов, и они на передовой науке. Это праздник их, мы гордимся, что мы работаем рядом с ними. НПО имени Лавочкина основано в 1937 году. Его история охватывает три периода – самолетостроение, ракетостроение, космическое машиностроение. Сегодня НПО является головным предприятием в аэрокосмической отрасли России по разработке непилотируемых станций для научных исследований космоса.